хорош, и что прошил сетку ворот. Но, на самом деле, это шутка, конечно же. Удар был не настолько мощным, просто-напросто, видимо, еще и с сеткой есть проблемы на стадионе Центральном в Волгограде. Дыра, настоящая дыра там образовалась. Изначально дыра возникла в опорной зоне у волгоградцев, но затем дыра возникла в сетке ворот Дениса Пчелинцева, и в итоге 0-1. Ведь, согласитесь, 0-1 абсолютно по делу. Ну как можно отдавать такие передачи в центре поля назад? Кому пошла эта передача? Совершенно непонятно. И в итоге хороший удар Атара Марцваладзе. 0-1. Плотный удар, плотный выстрел. Уж не знаю, стоит ли винить Дениса Пчелинцева. Наверное, нет. Стоит винить того самого...